Сразу несколько километров Благовещенска поменяли свой облик за очень короткое время. Речь сейчас идет, конечно, о набережной Благовещенска. Место любимое многими горожанами. Сюда в первую очередь ведут гостей областного центра. И арку показать, и по набережной прогуляться. К тому же на соседнюю сторону можно беспрепятственно полюбоваться. Об этом и многом другом в рубрике «Любимый город». Сначала песчаный берег с ивняком, уже потом вот такая протяженная достопримечательность Благовещенска. Судьба набережной, к слову, началась трагично. Неспокойный нрав Амур показывал несколько раз. В 1958 году горожане своими руками принялись строить дамбу. Первоначально она была из земляных валов, из песка, из мешков с песком. Практически за несколько дней была возведена 17-километровая дамба, которая спасала наш город от наводнения в 1958 году. В этом же году набережную преобразили до такого вида, какой мы наблюдали еще несколько лет назад. В 1891 году была установлена арка в честь приезда цесаревича, в честь того, что он приедет, вот такие вот ворота, вход в город, да? Причем именно в том месте, где когда-то Муравьев вступил на землю. В 1936 году арку разрушили, по одной из версий, дабы залить каток, по другой – камень мог сточиться от наводнения. В 2005 году сооружение возвели заново. Юрий Кривошеин – ветеран пограничных войск. Кто, как не пограничники, больше всех могли наблюдать за изменениями набережной. Рядом все-таки проходит граница. Мы непосредственно сейчас находимся на месте пограничной вышки, которая находилась непосредственно на берегу реки Амур, вот при на нулевом, так называется, метре улицы Мухина. Улица Мухина. Она была металлическая, вот, состояла из трех пролетов и непосредственно будки, которые пограничные несли службу. Мы на эту вышку поднимались, Здесь 99, определили 99 ступенек. А там, конечно, она была не такая грандиозная, там было всего 22 ступеньки. Менялся и вид за рекой. Тут Китай не перестает удивлять. Сейчас же набережная стала поистине любимым местом всех горожан, которые до сих пор продолжают преображаться. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей.